Новый год один на всех, а вот Дед Мороз у каждого свой. Зимние волшебники собрались на фестивале в Новом Уренгое. Горожане смогли посетить 9 вочин с яркими образами персонажей, представляющих традиции татаро-башкирского народа, Армении, Якутии, Карелии, Белоруссии, Чувашии и Югры. Ксения Милкина окунулась в атмосферу чудес и праздничного настроения. Ирлах, урлах, телейсун отпар! С Новым годом! Переступив порог владений Хельмучи, тут же попадаешь в сказку. Здесь пляшет даже сам самовар, а каждого гостя встречают весело и с размахом. По легенде, чувашский Дед Мороз может заставить зазвучать даже гусиное перышко, говорит Нина Апа. Здесь она хозяйка и хранительница национального музея, где собрано порядка 400 экспонатов. У нас у чувашского народа Новый год называется Сурхури, овечья нога. То есть она, начиная с Нового года и продлевается до крещения. Все праздники у нас связаны с животноводством. В семье Надежды Григорьевой Дед Мороз – самый долгожданный гость. В него верят и дети, и взрослые. Пишут письма и ждут подарков. Чаще просят об исполнении чуда. А чтобы новогодний волшебник не прошел стороной, готовятся и чтят традиции предков. Накануне Нового года всегда ставим валенки. К нам приходят хельмуджи. Приносит нам обязательно валенки, положит там подарочек. И это мы на протяжении 3 дней ставим. В этом году ямальцы смогли посетить 9 вочин с образами самых знаменитых зимних персонажей. Среди новогодних волшебников – Кыш-Бабай, Зюзя, Юка Морозович, Чиз-Хан, Покани и Хельмучи. Каждый в национальной одежде и со своими подарками. К примеру, у армянского Деда Мороза Дзмер Папи – это румяные яблоки и золотые щепки. На счастье и доброе здоровье в новом году. Люди должны были эти волшебные щепочки сжечь в своих каминах, в своем доме. В знак того, чтобы в семье был мир, лад. Сегодня в России насчитывается больше 20 самых разных Дедов Морозов. У каждого из них богатая история. К примеру, якутский властелин холода Чиз-Хан, великий бык зимы, живет в ледяной пещере, носит роскошную шубу и передает мороз по планете через руки других зимних волшебников. С Новым годом, дорогие телезрители! Всего вам самого наилучшего! От Чиз-Хана и от всех 9 морозов. Первый фестиваль Дедов Морозов в Новом Уренгое состоялся в прошлом году. Идею предложили волонтеры молодежного общественного движения «Оптимист». В этом году проект поддержали творческие коллективы и предприниматели города. Выставка-ярмарка и различные мастер-классы собрали сотни неравнодушных. Наше предпринимательское сообщество очень сильное в том плане, что они как раз вот такой ключевым звеном выступили в подготовке этой ярмарки. Мы им только всячески оказывали содействие. Пока единственный фестиваль Дедов Морозов на Ямале смогли посетить сотни северян. В следующем январе национальные волшебники соберутся вновь в своих сказочных вотчинах. Ксения Милкина, Павел Смаровоз, Наталья Колесникова. Время Ямала. Новый Уренгой.